Заглянешь ты ко мне, это, кстати, что я тебе хотел. Может, ты ко мне уже просто это, да. Да, блин. Я в пустоте летаю. О, наконец-то я решил приземлиться. Ну что, будем кидать на читаков репорта? Если бы не то, что я нафиг нажал на тройку, хотя на тройке были шарики, то, мне кажется, я внизу, потому что я нажал, и шарик, блин, был, а меня задамажили, и плюс мне еще воздухом скинули. А то, знаешь, еще короче летает, тут есть два мостика, это про которые мы по пингвинам пропаркурить, и вот этот, который еще там около пингвинов. Я понял, что, скорее всего, это был единый мостик, типа, но он порвался, и вот они теперь надо по пингвинам паркурить. Ну, подожди, еще я, конечно, сферю. Ну, он немного коса, наверное, был, вот, а по пингвинам. Видишь меня сверху тебя? Ты прям ты эти сверху видишь, я летаю. Антон, давай, кто быстрее? Я приземлюсь, или ты паркуришь? Давай. Сейчас, конечно, я от воздуха упаду. Я... Я за тобой! Уф. Короче, я сдох от того, что я без слов. Фу, да. Каждый день так умираю. Я, короче, играл с Кириллом в пиплу. Ну, короче, мы такие играем. Я, типа, жалуюсь на то, что в пиплу... Мне болит спина. Спина кривая, боль. И логичность. Вот, а Кирилл потом говорит, ты-то поиграл... Ой, а ты... Говорит Антон, который играет в Roblox. Я такой, а, ну ладно. А, Roblox, чего тут они меняют? Действительно. Так. Персонажи, блин... Я думаю, кого мне взять? Нас всё-таки Ванессу? Блин, после этого, что они меняют так. Да что мы там будем делать? Я хочу перейти операцию от первого лица, чтобы подписчики твои эти увидели и ржали, блядь. Это Баян. Баян, ты Баян, понял? Слышь. Ну сколько раз эти операции делали, Рио? Но мы никогда не делали на видео. А ты же хочешь компьютер? Конечно хочу, но блин, это уже такое, это... Знаешь, это то же самое, что тупо в это играть, поиграть, только ради того, чтобы снять пыль. Я хочу в V2 полнижать читеров. Ну как, покидать им репорт, чтобы их забанили и их мать в долг официально. Нет, читер писали. Ой. И он что-то близко к алмазам, близко к середине. И близко к врагам, которые за миллисекунду к нам простроятся, сломают там кровать. Алмазным топором. Короче, подожди, ну понял мне так. Блин, чё, на эти операции мы хуже проводили, мне интересно, Баян. Ну, хочется еще раз, это прикольно. Ну, уже было. То есть это как бы не в новинку, кстати, к нам скотина подстраивается. Ну, я не знаю, может он сейчас читается, он уезжает. Пец, он жук нам простроился. Пошёл в уху. Да я смачно накоплюсь, я сейчас и буду ощекать как-то. Да ты что делаешь? А, Антон, живи, стой. Так, тихо. Оу, хорош. Зачем ты туда прыгнул? Ты видишь, что я ломаю путь от них, и ты вообще самоубийца полнейшая. Короче, у меня такое было, я тут просто не допрыгнул. Я, короче, думала, моя блока под себя оставлю, но это была только, когда у меня была кровать, я не хотел умирать. Да, это сейчас было очень жестко. У вас телефон, финтутуски, как младенец. Мы с друзьями паркурим по одному блоку. Есть ножницы. А, Никит, нет. Короче, Никит, смотри. Я нахожусь в фиговой ситуации. Ты меня спасаешь. Я... Как там? Как это говорили сейчас? Как я прекрасен, как Иисус. Что? Черка железная мечта, 4. О, 4, они слезают 4. Антон, я им ломаю путь, чтобы они к нам снова не пошли. Я просто хочу сейчас смачно прокачаться и потом уже на них пойти. Вот, кстати, эту шерсть, которую они поставили, я не знаю, чтобы нам кровать было покруче.
Короче, ты меня спасаешь, в то время я... О, прекрасен, как Иисус! Эта скотина опять на нас решила, походу, напасть. Так, сейчас я броню куплю, все, кайф. Вообще еще кайфарик. Он прекрасен, как Иисус. Можно, 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 можно. Он тин-тин-тарин на Иисус. Это во время... Стой, да чё, не делай, иди, это сейчас идеально будет, я сейчас тебе пойду. Шмейки, я бью себе на стрике, я не говорю шмейки. Агроблоки. И скотина, алло! Фу, жопу, вообще офигенно. Меня откинули воздухом. Не знаю, каждый день. Каждый день делаешь такую зарядочку. Всё, у меня, кстати, который мне дамаг. А, каменный меч. Так, ты прокачал тир, отлично, так я буду еще алмазом. Да. Их еще заметь, алмазов нету, это имба, только они, походу, еще хотят не простроиться. Почему я таки знал? О, 4 алмаза. Охраняй меня, еще нам прокачаю. Не, я в сумку положил, чтобы... Ой, меня ударили, воздух у меня упал. Перекинули меч, который почему-то идет со скоростью 1 км в час, но меня это почему-то сбило. Походу, он без нас нищий. Он прекрасен, как Иисус. На нин дин дыри. А, сейчас просто мало. Нифига, у человека железный меч. Нифига, он сильный. Агроблок. Нифига, не агрессивный. Нифига, что-то агрессивный. Отлично, железный череп упал. Стоп, стоп, стоп! Меня человек, короче, избил воздухом. Где-то 3-4 удара воздухом и убил, прикинь. Фигня скотина дамская. А чё его Тесла не фигачит, ты видел? Да, да, да. Ща бил, например. У них вообще чё так смачно. А, ну обычно что схватился, пипец. Ты даже там вроде видел, если не ошибаюсь. Эти скотина решил, походу, на нас пойти. На, челик простраивался сверху, а я ножницами со скоростью света сломал ему шерсть, он упал как бот. По-любому у него была синтетическая, я в этом уверен, но он как бот умер. На, извини. Все, я украл у него нафиг шерсть. Украл у него шерсть. Ой, смотри, без мамы продал, чё? А, ну он оказывается, что нам мать продал. И мать ты мрал. Сейчас я попробую блок над ним сломать. Стоп, откуда? О, оно не запалят. Я там сделала себе дамаг, а... Он нас прыгнул, серьезно, он миллиард хп в этот момент потратил. Лично, 80 железа, офигеть. Из этих дамов потратил дофига железа. Так сейчас буду копить на железный брал. Я, наверное, 8 верну, мне 8 железа кинули. Так сейчас железо верну, но коплю. Блин, они Теслу мои сломали. Так все, сейчас железная броня будет, нормально. Вот покупайся, чё ты не купил? Купил, алло, я захожу в магазин, ты думаешь, за меня секунду куплю, у меня это ещё фреддаунская, сразу показываю. Ты не про тебя, я про себя, я хочу купить лук, а он не покупается. Блин, жестко. Так, всё, я пойду сейчас к алмазам. На, попал посрать. И ты сколько, кстати, алмазов, ноль, да? Угу, я сейчас сделаю им, во-первых, ну я сейчас нафига чем прохожу, чтобы мы не смогли к алмазикам пройти. Да. Блин, ну не прям стрелял, а он получил зубов. Так, 3 алмазика, сейчас еще один возьму из сундука, и в итоге он все будет зашибись. Ведь он прекрасен. Все, мне кажется, они его купят. Ты так стреляешь смачно. Так, все, давай, 4 секунды, еще будет тир 2, будем мега имбовы. Блин, жопа, я еще такой сейчас понял. Мы все тратим на этих челов, сейчас они придут нам алмазики и устроят нам джога-джога. Чего? Сейчас нам алмазики придут, которые сейчас, ну, там файтим все еще бесконечно с этими челиками, а некоторые сейчас на середине алмазики, так кто-то приплекся и будет жопа. Эх, надеюсь, это произойдет не скоро, когда мы уже будем алмазниками, а иначе все. Чуть пропало. Эта скотина меня стреляет. Нам нужно этот, как там? Нам нужно это говно, которое это, я забыл, как оно. Можно Теслу поставить. А в чём ботяра пропуск? Нам нужен робот, который... Exchant Table. Я забыл, как он называется. Чаровалка.
Да, не поспоришь. А чё, поворот упадёт прямо в онлайн? Ну иди там, я не знаю. Чего такое не лишь? У тебя сон звучит, как ты не будешь. Я ещё повторю. Ой, прям постреляла вообще. Я не уклоняюсь на изи. Я же туда потратил все свои эти снаряды. Почему? Прямо на утка, я в нее попадаю в кошку. Мне так нравится от них уклоняться, это какой-то инсанс какой-то тут. А это мразь! Бог сказать, не лопай. На, посрать. О, это было опасно. Уходи, уходи, ладно, уходи. 4 алмаза. Они тебе ничего себе не смогут, как у меня. Так, сундук. Чем такой смачный джига-дягу устрою? Можешь что-то есть. Окей, я его взгляну. Пшу. Буду. На, я в том плаву. Сейчас тоже буду стреляться. На, не успел, в 7 секунд. Фига, чего они делают. Лунный с мощнейший фаербол. Нифига, у челика маска. Или что это? А мне показалось. Это уж у челика маска нет. Во хотя бы что ли кто из них не барбарил? А я по нему попадал вообще пофиг. Нет, вот так, нет, почему стрелы заканчивались? Короче, они читами забирают у меня стрелы. У меня 16 стрел, довольно много. Пипец поставить. Мало, ебать! Пипец пофигу. Да, у меня тоже все стрелы забрали. Что они делают, неизвестно. О, не, я пойду на моем мазике. Тогда. Я может тогда вообще сундук эти 4 алмаза? Вот, дай мне. Я сейчас... Я вообще хочу. Да, все. Сейчас я нам зачаровалку бахну. Окей. Нифига, он мразь скинул наш фаербол, мы все перепровать разорвано просто нахер. Нужно быстрее что-то действовать. Ага, понял. Я сейчас нам куплю. И не зря там прям мега смачной шерсти, подожди. Боже. О, правильно, не поставился сверху. От меня не поставил сверху, ты не стрелял посрать. На! Ему посрать голову. Катина, я уже вылез, что он еще читали какие. Так, где он? А, его Тесла убила. Ну, я тоже, конечно, в этом поучаствовал. Ахуй мразь, что он делает? Простраиваться к этим алмазам, вот это мразь, реально. Бей, не бей его, пожалуйста. А, ну там я воздухом скинул. Я его скинул, да! Хорош, не волнуйся. Он типа тебя скинул, вот момент подпрыгнул, я не стрелял, он и улетел. Хорош, типа ты его на финиш мяч убил, он прям на краешке стоял. Так, окей. Так, сейчас я что-нибудь зачарую себе. Статик один, ну ладно. Что там? Ай, давай. Ёй! Чувак, ну я еще что-нибудь зачарую. Я думаю, что панич будет. Фаер один. О, ну норм, норм. Да, сейчас быстро открыть. Да сдохнет. Падает. Да сдохнет. Я хочу что-нибудь еще себе, какой-нибудь фаер или, кстати, два. Да опять фаер один, да я не вижу. Я требую себе статик или фаер 2. Статик один, да что за дерьмо, мне вообще не везет. А, нет, он мастик летит, кстати. Давай этот, пошли ему железо. На алмазах эти блоки. Рандомайзерные. Нужно фаербол. Нужно прям идеально фаербол. Ты можешь контрить? Да, я контрю, только у меня стрел. Закончились! Ты жесточайший фаер. Блин, купи фаербол. Блин, не хватает. Я вообще рекатку стенку. Ультра супер мега пупер хорош.
На, я в эту очередь попал с пустинку. На, я в него еще раз попал. Так, вот сейчас. Фейбл есть. Мне тоже. Мы вместе, блин. Давай. Отлично, он упал. Просто снесли его. Пытайте выбить какое-то разочарование. Ну, файер или статик 2, но мне лично один падает. Вообще не изучись. Стой, почему это просто нужно? Это целый один изумруд. Они опять это говно делают. Так, да. Все, давай, ну, файер, статик 2, давай, или 3 вообще. Файер. Надо быть короче, блин, заработать 3. Реально? Ты должен. Да. Откуда? Но повезло, попали прямо в керамику одну, которая там стоит. Ну там они одну шерсть разрушили, еще вот так вот сделал, все. О, что по мне воздуху попали? Что, не сильно сочетали опять? Пес, почему помнишь таких людей? Нифига, он простраивается. Он хотел к нам простроить ее. Отстрелил. А, нет, ну это вот так. Не-не. Уроли. Статик один, боже. А мальчик стоит не такого нас. У нас нормальный стоит. Ух ты, тварь. Сбивай, у меня не сбил. Фига ты бывает. А, надо там мальчик, там еще в другую сторону пошел. Так он еще и гейт добавил. А у меня стрел нету. А тут? У меня есть фарбол. Чего? Да. Лаунчи, ты скачал себе. Бесплатный читы.ру, там вот их скачал на мою карту еще. О, эту батяру упал, у него ниоткуда появились шарики, я в нее стрелял, пофигу, вот он читы накачал. Даун. Еще и ломатик, наверное, такой же из такого разряда идет к нашим врагам. И по-любому жопа. Офигеть, ну такие читки нам накачали. Почему мы к ней объединиться не можем против таких даунов стрелять? У них два что-то есть. Фаер нереально, ничего не падает. Фаер 1, статик 2, фаер 1, статик 2. Где фаер 2? Где фаер 3? Где статик 2? Где... Я не говорю про воид, и вообще не существует такой чип. Да, блин, я почти не учили. Ни разу не выпадал воид 1 или воид 2. Всегда воид 3. Нет, тоже 2. Ну сейчас мне вообще нафиг воид не нужен. Ну как, был, конечно, хайпово, но не... Да, если фаер 2, у них есть воид. Да, я не знаю. С челик, наверное, не жалились. Так, ну давай, Fire 2, стадий 2. Fire 2. Ебай. А можно я прям попробую? Так, какая-то скотина там алмазная. Он вообще пофиг, он был. А короче, я в него стреляла, он был пофиг. Пиц. Что мы тут? Вот там учили колмаску, что ли? Нет! Фига у них там файт. Я даже злейшему врагу не пожелаю такую стрелу. На, я как алмазник стрелял, стрелы закончились, естественно. И как алмазник стрелял, сразу стрелы все закончились. Они мне выбрали порты обоим. У меня вообще вот в одной карте, а одному человеку кинул 10 репортов. Сколько у тебя алмазов? У меня 0. У меня там в сундуке 3 есть. У меня тоже 3, не знаю. Я хочу, естественно, 12. Ты алмазник нафиг нет, буду выйти на этих челиков. Они просто вот толпой нафиг пытаются убить. А, им еще кровать за секунду сломали. Жизнь, да. Это по воздуху ударили и кровать. Ага. Смачнейше. Так, может, выйти можно? Не, ну нафиг, они мрази. Они на нас пытались напасть. Считай, они враги. Пойду Теслу на алмазы поставлю и алмазы заберу. Для палок. Тихо так. А кто сдох? Ну что-то рандомно, но на им. У меня 6 алмазов, получается. Блин, я пока не вижу. Ну па? Да, я его скину, если сдохнет. Ну нет, нету не шарик. У него 2 шарика, он падает вниз, он падает очень медленно вниз. А, отлично, он сейчас все сбросит, наверное. Так. Я сейчас... Да, он все кидает, да. Он все кинул, пипец.
кидала. Поставь тесты, чтобы если на нас квадрочельп подумает. Надо еще отходить на центр и забрать там вообще все, что там есть. Ну ладно, иди. Так. Просто нужно быстрее там залутаться вообще по максимуму. А, конечно же, тут ничего нет. О нет, мрази уже идут. Я их вижу, как они там покурят. О нет, о нет. Это был погоня. А, все, нормально. Тебя алмазов. У меня 3. До сих пор там что, не было алмазов? Ну, были вроде бы. Ну, ты пошел на алмазы, ты не был. Я 3 собрал. Ну, сейчас у тебя вот сколько? 6. Дай мне, еще ровно хватит на тир 3. Еще. Так, пошел, поехал. Так, а разве, кстати, нету врагов наших? Они лечит на сталмаде пойдет. Давай, ехай. Вот, видишь? Скилл. Это даунский алмазник. Он что, в своей жизни не научился? В смысле, кил у него фейерболом исчез, прикинь? Да. То же самое у меня было. А, чё у меня абсолютно даун? Ну стреляй, ся, нормально, ебаная ты мышка обоссанная. Не знаю, мать ли втухла или что. Смачнейшая, жесточайшая. Блин, нет, я не буду, я, пожалуй, накоплю себе на топовую броню. Не, я лучше куплю шарики, чтобы выжить. О, проставится к нам нигер. Я могу туда пройти. Ну, вообще там проходит. Ботяра уходит. Он упадает! Он упал, не упал! Стреляй, пожалуйста! Так, что делать? Куда он летит? Где он? Вот он. Не заработал. Что? Откуда? Ты чуть не упал. На. На! Я еще разбился. А, лол, почему фейербол не в него? Пошел в жопу. Фейерболы свои даунские кидают, которые ничего в этой жизни не умеют. О, мразь! Я ухожу, я не знаю, у меня очень мало хп, у меня один хп. Мне вообще мало хп убили. Искай шарики! Зачем ты под ним летишь, вопрос? А чё, почему я падаю? Да. А почему мои лолы, короче, ставят блоки, у меня не ставились, у меня по-любому что-то чё. Я нажимал поставить блок, у меня тупо не нажималось. Где эти даунские победили, пока буду им репорт кидать? Что у меня они ставились блоки. Все, я накидал всем репорт. Изи. Я все время, что это изи чина победа, потому что mm-hmm. такие капельки начали подрубать щиты против нас. Да. Но они ж потяры. Без щитов не научились играть, вот и подрубили. Да. Будем сливаться, потому что они не умеют играть хоба, читы, кайфорики, без матери. Где-то пока там начинаю, я хочу сейчас за мумбой сходить. Ну ладно. Тын-тын. Ну ща, я тут кое-что чекну. О, у меня скоро Йетти будет. Кстати, посмотрим, что у тебя уже есть. Я не знаю, кстати, что Йетти делает. Что делает Йетти? Нет, он влазил. Ага. Без понятия, что он делает. Может перевести. Сейчас хочу переводчик. У нас же тут есть? Да, вот перевод. Сейчас переведем. Так. Интересно, что он делает? Так.
Оба. Оба. И нажми все. Отлично. Отправить. И кто же... Я еще прям точно привод. Так. Издал ледяной лев, чтобы временно заморозить ближайшие блоки. Замороженные блоки могут быть уничтожены чрезвычайно быстро. Так, чтобы временно заморозить... А, я понял. Он, короче, типа заорет, вокруг него заморозятся блоки, и которые он сможет сломать за несколько секунд. Допустим, подойдет к кровати, заорет, и, допустим, шерсть, керамика, камень, дерево пройдет все в лед, и он сможет это за один удар, или, может, три. Короче, быстро сломать вообще, может, за один удар. Вот, и все. Лед вообще не такой, как бы. Смотря какой, конечно, лед, но не видно, что он там настолько быстро ломается. Типа, смотри, короче, используешь его эту суперспособность, все, что находится в его радиусе. Я понял, я перевел это, не легенда, алло, я только что это перевел. Я понял. Не может с одного удара ломать блоки. Ну это я и сказал, в принципе. Ну, конечно, непонятно с одного, но в любом случае чрезвычайно быстро, наверное, все-таки с одного, да, либо. Я это, в принципе, сказал. Это как бы имба. Не знаю, на кровати это распространяется или нет. Если да, то имба. Это, она все распространяется. Блоки. Кровать это как бы и блок, но как бы это и кровать, понимаешь? Поэтому, ну. Это пиксель. Ну, кровать говно. Мы проиграли, мне кажется, что реально. Ну, не кровать говно, а карта говно, все, это уже жопа. На такой карте, как вполне считаю, невозможно играть. Что будем делать? Не знаю. На этой карте, блин. Так, у тебя еще какая тактика получается? На банк выпить. Накопи на броньку, если нас не будут нападать, устройся КамАЗом. Это полнейший хайп будет. Нет, нам просто нравится. Нам не до пора строились. Сколько у тебя там железа? Сейчас, скоро. Ну скоро это сколько? Они вот уже идут к нам. Скоро. Сейчас просрать все железо, но это не смачно. Так это чё вообще такое? Что ты делаешь? Вы легенды? Нифига ты. Антон. Нифига, он меня воздух убил. Против на читера, кстати. Ой, я убью ему похер. Меня воздухом скинули. Нифига я скинул как профи. Ты просто так смачно настроил? Там проход. Так, он сейчас пойдет. Нифига, это чё? А, не мать, он чё подпрыгнет, наверное. Потом на нас напали. Ебать, я его избиваю профессионально, лол, я его убил на изи. Так, а это меня сейчас, наверное, убьет. Что, он кровать сломали за секунду, прикинь? Да, я видел. А когда нам её успели сломать, или? Его. Ну, карта говно, ладно, забей. Тут выиграть, мне кажется, вообще невозможно. Ебать, вообще такая. Да, надо им репорчик кинуть. Кинем репорт. Да, мне воздуху убили, поэтому я, конечно, не знал. Да, у нас красная. Красная? О, красная казалась. Все, репорт. Гоп кинем по 5 репортов. Так, мне кажется, один репорта хватает, потому что если второго и третий, это вообще не кажется никак. Боже, зачем? Чё? Ты откуда знал, что ты второго не кинул? Я уже, мне кажется, ему два раза успел двоим кинуть. Ну, я опять же его успел кинуть. Ладно, мне кажется, реально, вот второй и третий раз репорт, мне кажется, кидать бессмысленно, потому что, ну, типа, от одного игрока, допустим, такой 100 репортов кинешь, чтобы засчитать только один, все остальные, ну, то есть спам с репортом бессмысленно. Ну,
Мне кажется, это считается один, а то что-то это будет фигня. А с допустим от разных игроков. Это что, просто один челик выкидает миллиард раз репорт, а другой челик его забанишь. Как бы. А если челик читер, то понемножку с дофига игроков накопится репорты и все. Мне кажется, если так, конечно, делать, то, допустим, по разным причинам его кидать репорты. Но опять же, я не уверен. Мне вообще кажется, что мы часто людям кидаем репорты, мне кажется, наши репорты вообще не считаются. Или может быть другие его друзья просто, и типа, и он кидает мне репорт, и я одному челику репорты, типа, а его не банят, типа, а он читер, например. Ничего не понял, ну ладно. Мне кажется, вообще в основном в всех играх людей именно кикают, а не вот кидают репорты. Мне кажется, что я вообще очень редко кидаю репорты, а вот в Бэдварс я не знаю, там на постоянке кидаю. Ну потому что они бьют воздухом, равно читы, типа, это нормально. Подожди, стоп, что? Ты видишь, что типа пишут, типа, он хакер, донт без соло, что-то там, короче, говно. Он хакер. Надеюсь, это рофл. А что, когда фиг телепортнется к нам, какой челик будет руками порно так передвигаться? Так, мне уже не нравится. Ладно. Это все нам. Ладно. Так как солопый. Не, ну кстати, щелк как солод, там на хайповый. Прикольненький. Ну щелк, я не знаю, нам где-то 5 хп дает дополнительно. Пишет, а, ну лайк и брух. Ну ладно. Брух. Лагги. А, он типа лагает. Я думаю, лайк, чел. Чувствую сейчас заболевшим себя, я не знаю, честно, почему. Порофлу, наверное. Так я наркоманом сейчас. Тебе вообще не спешат нападать. Я стою против лекции. Ну, за, в принципе. Я бы думал, ты в бездну прыгнул. Да. Самоубился. Так, 4 алмаза, еще тир 1. Я стою спокойно, в лекцию. Ух, нифига вам рази. Смотри, 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 ты сейчас был уверенно очень. Короче, розовый стоит, а ему крылья. Нифига. А он только стоит. Хайп. Понимаешь, что Ваня, что? Подожди. Они тимеры или что? Подожди, они друг другу не это, не фатятся. Пяу. Режусь. Если это правда, то это жопа. Если персонаж сейчас пошел вправо. То есть. Это тоже жопа. Здесь это просто все огромный сплошной рофл. И сейчас на никак резко начнут больше с собой фатиться. О, 18 железа, спасибо. Кликер every time. Что означает это? Ну, я не знаю. Кстати, этот пинг остался один, я тогда сбил, он умер нафиг. Всегда. Ой, кому-то сейчас же покрыть. В смысле? Они тимеры. Тут меня не пробовал. Тут меня килл забрал, хочет меня килл забирать. Тут моя реакция. Спасибо, но не надо без подробностей. Промать было лишнее, чел. Только хотел пойти к алмазам. Теперь они мои. Нифига, Антон, сос, я напали. Вижу. Сейчас я подойду. И Еще будет железная броня. А что там, сколько у тебя алмазов? Ну, у меня один. Серьезно, ладно. Если что, ноль. Походу к нам сейчас идет. Да, я вижу. Или нет. Ну, мне железная броня еще и нафиг отфигачу. И норм будет. Не, он просто не хочу забрать железо. Ну, что это за говно? Я вижу. Чё, был кому-то? Пойдем, наверное, на середину.
блин, такой нафиг их был долг взять вообще весь магазин, а потом не отдать до конца игры. Смачно. Мне кажется, если такое добавят, то это очень баг много. Наверное. Опа-опа, челику посрать. Какой дал скажет, что блин, 4. Опа-опа, красит. О, это чья ваза? Это каких-то негров, так что ли, уже золотой. Да скотина меня убьет, считали, боже мой, несмотря на меня челюсти, я такой, блин, надо отойти, потому что она довольно имбовый, отвожу, бьет воздухом и скидывает меня, но это подожди, кто меня убил? Блин, понятно, не меня убил, еще такой смачный еще репортик, ой, он был обосрался, по-любому. Меня про школьник идет, я его скинул, ну, нафиг пошел, он меня отпилил, снова скинул. Ааа, пипец! Просто что-то такая сейчас смачная игра, он каким-то образом нафиг меня забайтил, хотя я бы не попал, он был в кухню. Сюда негр бежит! И кто-то приел, 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 приел! Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Иду. Да, на середине иду. Подожди, не знаю, 10 секунд. Классно, меня убили с тремя амазами, вообще опасно. Меня еще пытаются сбить. О, кстати, я его по факту сильнее. Чё? Лизи. Всё, не бегай, Лена! Это моя была жрица. Луки с мощнейшего брестания по носам. Теперь, кстати, моя. О, Никит, видишь, так желтый. Ой, да, я вижу. Этого. Е-мачи-то, это желтый, подожди, это Четима. Нет, это оранжевый. Ага, так, кидай репорт. Да, вот это. Это которая NXD, DXNI. Да, 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 это реп. Ну да, это читер. Чего сразу? Лагает. Ты знаешь, как лагает людей? Да, ты вместе. Да, тут это немножко не лаги, а совсем абсолютно читы. И все них удаляет. Куда железные алмазы потратил, на которых ты стоял? Что? Ты стоял алмазы, где они? Так у тебя должны быть. Нет. Один алмаз вот только что из генератора выпал. Я не знаю. Пипяу. Настолько у тебя их много, что ты шарм протекшн прокачал. Пипец ты мощный. Бля, так понял. Фига тут купили. Я вот сейчас... Челик собрал взлет, а я фейерболом сбил на изи. Сбил типа и издохом? Да. Нифига он огрешил меня, на. На, твоих сразу. А, твоих вот на месте. Так у меня 4 взлета, сейчас мне добежать до базы. Я вообще двоих убил. Емать, девка, читы. Не мать, у девки читы смачная. Ой, мать, собрался. Я ношу 10, она минус 8. Ой, я ее скинул. Заберись, пожалуйста, Сома, я тебя хочу, блин. А Сома меня не хочет. Ну, блин. Депрессивненько. Это если... Что это? Емать. Что это за говно, блин? Говно чуть не скинула. Кто-то негр за ней пошёл, но чуть не убили. Жёстко. Минут 3 стало. Что, блин? Пес, он скрывать ещё фигово оказывается застроен, я только сейчас это понял. Там девка на кстати занимается. И мать, я по ней стреляю, пофиг. А дальше не подстроится, кстати. Фига её убрать. О, нифига, там читает. Внимательно, их там смачно зарубил, я им помогу. Ой, внимательно, ко мне читак идет. Главное, чтобы меня не убил.
А чё я тебя сквозь стенку не могу? Так, сейчас пробовал скинуть. Да что у меня сам по себе, короче? О, этот... О, был... Сам по себе, короче, кинулся этот дамский... забыл фаербал, из-за этого я его просрал. Виза, кстати, у меня было такое с снежками. Ой, там читер на середине смачно ходит, пипец. Они уже мега имбовые там. Пипец какой-то вообще. Ты что, решил на нас пойти? Ну, я даже не понимаю, что он хочет. Что он вообще такое? Я его можно лечь, кстати. Что берет его сухом без? Ну, повторюсь, Тесла. Скоро поставлю. Но не сейчас. Хайп. Зачем я не понимаю в этой жизни обсидиан, когда его не, вообще не используют? Угу. Когда накопишь на обсидиан, чтобы прямо настолько много изумов, чтобы ставить обсидиан, у меня все кровати сами по себе повзрываются просто уже. Да. Застроишь свою базу нафиг из бедрока. Сделаешь из бедрока обсидиан. Сделаешь из бедрока обсидиан. Заслуженно. Блин. Сколько у тебя алмазов? У меня два. Хайп. Хайпули, хайпули. Мне почему-то лодка чем-то напоминает ФНФ. Твоя лодка? Какая лодка? ФНФ, боже. Ты говоришь, мне почему-то твоя лодка напоминает ФНФ. Улыбка, я сказал. Ясно. Мне вообще твоя лодка напоминает ФНФ, чел Жуза всегда мне напоминает этот ФНФ. Чего? Нафта. Ну ты посмотрев на Security Breach-то. А, нет, забил. Да, когда ты посмотришь, это имба. Я не только забыл, я забил. Ты таки понял. Ты, я уже дофига спойлеров от тебя узнал. Хе-хе. Ну все равно а, я бы все равно игру посмотрела, она мне прям понравилась. Ну, из-за того, что у меня воздух отнял стрим, я, конечно же, его пропустил. А у него 100% было дофига алмазиков, там всего вот этого было. Пойду на середину, если меня убьют, я не удивлюсь. Иду на войну. Это точно не, это точно читы. Ты я уже понял. Это по-любому. Вообще, пожалуйста, на то, что его там он носит себе. Смачнейший читерис. Тихо, я чуть в дырку не упал. Кто только сейчас настраивает? А, нет, он упал. А, ну тогда ладно, не читы, я оправдан. Его каким-то образом сбили. Но он каким-то образом уклоняется. Его каким-то образом сбили, но он каким-то образом уклоняется. Блин, жиза. Какого чертова фига? Я шел сейчас посередине, тут какой-то непонятный ноунейм на меня напал. Это не игрок был, а NPC. Я, по-моему, даже знаю, кто это. Офигеть, это был скример. Это я в хоррор играю, алло. Я знаю, что это. Я знаю, я обосрался. Я привык это видеть в этих блоках, а не здесь. Я так сейчас смачно обгристал свой геймерский ПК нафиг. Мне сначала нужна броня будет, если я не упаду. Пипец, е-мое. Он еще взорвался, еще и в бездну не упал. Все, сейчас алмазная броня. Офигенно. Я тоже в бездну не упал. Я лишь кроватку. Я купил алмазную броню, но не купила, спасибо. Да. Я бью кроватку. Повернись, да ты не стой. Даунская тварь, просто вышка кольчная, просто гребаная игра. Короче, я кровать должен был сломать, а тебя даунская, но чуть не получилось никого сломать. Короче, из-за того, что я пошел на них, они заметили эту долбанную дырку. Класс вообще. Жестко. Короче, мне досталось классно, это. Кто там вообще? Это ты? Где? Я. Ага. Нифига, что это за мразь?
Он не пройдет, стоп-рос. Он просто не сможет пройти. У меня 107 снежков, 3 фаербола, ему бан. Если он зайдет и захочет пройти, ему просто бан. Ну, посрать вообще. Ну, короче, Никита, это последняя катка. Ну ладно, нифига, странно. Поч. Прикол. Фига ты рофильный. Да. Самый рофильный. Понял. Нужно его скидывать. Он идет? Нет, он не идет. Точнее, он ходит, но не ходит. Нифига, нифига, она мне запомнила этих ноунеймов, которые NPC, и они могут меня заскримерить. Я тебе вижу, а что они там стоят, подожди? Не нападают почему-то, я не знаю почему. Если не нападут. Всем плюс! Уж к ней пойти. Мы ее зваем, как думаешь? Думаю, да. Все они на читы свои не подрубят. Опять она этого ноунейма нас пуляет. Идем, короче, она меня заклепала тебе. Сейчас. Я снежками буду отпуливать. Я тупо отпуливаю снежками. Есть мои снежки, тебе хоть как... Я эти снежками обстреливаю, так, все, иду. Ладно, я потерял, может, кстати, за тебя 200 железа. Топовый тиммейт вообще. Да. Особенно ты. Да блин, это мразь, я в неё снежками стреляю, пофигу. А, ко мне пришли! Никита, страшно, Мэйдэй. Я файчу с Мэйдэй. Я должен, кстати, победить, я по идее сильнее. Да, я убил девку, 8 изумрудов, офигеть, Антон. Где? Что там происходит? Я бегу. Да там меня сейчас девка убьет просто, а твои эти штуки вообще её не бьёт. What the fuck? Они вообще её не бьют, твои эти грёбаные, как их там? Тесла. Её убьёт, Тесла, воткнись. Он, наконец-то, ты хоть что-то в этой жизни сделали. Ага, конечно. Я отвечаю, она тут прыгает нафиг, я Тесла вообще ничего не делает. Жестко. Не убил, кстати, ту девку, у меня еще 17 алмазов. Нет. Короче, все то, что ты потерял, я вернул, только себе. Нифига, у меня 4 Тесла, это с кого выпало и печает с тебя. Забери их. Забери, короче, Тесла и поставь их по рофу. Нет, не было, лоу. Да и нифига, у меня 4 Тесла сам по себе в инвентаре, я откуда знаю, откуда они вообще. Я не хочу им здесь ставить, а то их сейчас я не знаю там. Ну это я не знаю, зачем их вообще не ставить. Они мне сами по себе появились, вот их поставь халяву. О, точно, забыл. R1. Классно, почему больше я не могу за... Ну что такое? Да я-то откуда знаю? Просто, я не знаю, в голову тебе пришла мысль, то, что больше не нужно играть, так и, блин, ладно. Мне мама сказала. Я думаю, ты просто сипала кто-то. То есть она просто тебе сказала, что больше нельзя играть. Ну, типа, 10 минут мне сказали, ну ладно. Странно, очень странно, мы не знаем, что это такое. Я тупо в шоке. Девочки, а что? Знали, мне должны были дать алмаз, но мне его не дали. Ой, то есть изумруд. Офигенно. У меня такое же было, но я украл. Ой, я... Дайте мне Fire 2, я буду добиваться до бесконечности. Я подумал, что нафиг это. Ну ладно, тогда 4 изумруда на это потрачу. О, спасибо, Fire 1. Да мне нужен Fire 2. Я уже два раза Fire 1 выпал. Я считаю, где на эту изумруду потрачу. О, идет там расчет. Ага. На изумрудах летит. Статик 2. Так, да, статик 2.
нас забанят. О, брат, я на время сражаюсь с этим. Нет, я забрать на стоха, он ударил секунду, будет застрекать. Еще раз идет. Давай, давай, застрял пока кровать. А ну, брат, пипец, он бот. О, меня еще его кидали, так, потрясли. Убил. 13 алмазов, офигеть. Пипец, я просрался в статик. Блин, не, я понял, что статик это имба. Всё. На статик только высокий уровень, а не вот там вот низкий, типа. Статик 2 и статик 3, всё. Статик это имба, но если на тебя нападет один чел, то это ну, ничего вообще тебе не даст в этой жизни. Нафиг. Не, ну так видишь, как мы вот этого челика нашли убили за секунду. Так это мы просто сильные. Мне еще и эти аксолотли помогли. Мы сильные, да-да. Я который нафиг пил. Файер 2. 4 изумруды, камон. Нет, могу выпустить железо. Я никогда не покупаю вот этот супер крутой, который за 4 изумруды. В смысле? По-моему, выпустить от тир 3. А железо снова 1. Ничего больше. Ну, пожалуйста, сейчас тир 3. Ой, точнее, тир 2. Вообще посрать все. Спасибо, статик 1 снова пас. Я хочу добиться Fire 3. Это какие-то казуальные игры нафиг поставки на спорт, а не бэт. Медленные выигрыши. Медленные зато. Блин. И жди полгода, когда ставка твоя придет наконец-то. Угу, приедет нафиг. Статик 2, ну на нормальный. Элекса. Так, я не видел девку, кстати. Мощнейший донбасский обстрел. Я прям произвожу. Может, что-нибудь в нее попадет. Смачно убираем то, что не надо. Нифига, у девка изумрудный меч. Где? Он на середине. Что там делаешь? Я в нее два раза попала, например. Давай. Давай. Ну, Fire 3. Fire 2. Фью жопу, я 8 минут с моей дерьмо потратил. Так, ща. У меня 4 изумруда, ща смотри, очередь. Так, подходим. Advanced. Fire 3. Оправдывайся, я тебе не верю. Не веришь, да? Ага. Я жду. Что? Что-то. А, я понял. Да я понял, алло, я не видел, мне не показывается дерьмо, мне ну не надо. Я надеюсь. Пипец, у тебя все перевернуто, все, я вижу. У тебя вообще все было перевернуто, легенда. Ура, легенда. Я застой вот так не слышал, короче, но меня не поймали. Что тебе было? А не скажем. Яр слышал, все, я готов. Ну, ждем чего-то. Думай сам. Снимай там мразь. Да. А, блин, у меня ж фаер. Ты сейчас сам не... А, нет, не увидишь, что мне выпало. Не, не надо тебе. Она как будто пульнула, потому что моего приспешника за километр, а он до меня... Скинь мне алмазы, я хочу армор покачать. Ща. О, сейчас куплю арбалет тогда. Зачем там подорожник? А куда алмазы тратить, уже больше некуда. Ждите, когда я там приду, нафиг. Нифига, они там все застроили.
такое про третий, что я не знаю там. Даже упражнения, мне кажется, брать не надо. Хотя нет, надо сейчас. Здравствуйте, шеф-повар. Здравствуйте, шеф-повар. Фармил шарики, было 6, стало 8. Я улучшил уж. Это оригинально. Хотя нет, знаешь, как мы должны были сделать? Смотри, я должен тебе выкинуть, у тебя было 2 шарика, а... Так она не возьмётся. Не, не возьмётся. Если у тебя 6 шариков, не возьмется. Вот только тот фарм, который я делал, он работает. Вроде можно еще как-то зафармить 9 шариков, но это вообще, ну, 8 нормально все. Мастер. Я тебе советую... Ничего, я тебе не советую, иди нафиг. Если тебе этот шарик убрать, положить в сундук и потом взять столько, сколько тебе надо, потому что этот шарик подберут враги, его еще возьмут, мы его собьем, он улетит. Они, короче, враги его забивают, что... Да. И не думаю, что тебе это надо. О, нифига какая-то мразь. Пошла в жопу. Понятно. Нифига, а чем так много урона ты получил ты? Да потому что мы рядом друг с другом стоим. Нам надо не рядом друг с другом. Тихо, меня... Да блин! Чё за дерьмо? Да что за говно? Да что за жопа? Я тебя так убью. Я с такими темпами убьет сейчас. Не так падаю, черт! Емать! Мне, короче, сейчас просто, я не знаю, со всей дури стрельнули вверх. Что? Короче, у меня один шарик, Никит, прощай. Прощай, я сейчас. Я пытаюсь отхилиться, пипец. Прощай. Я стреляю напоследок. Я вижу тебя. Я попробую на себе скинуть. Да, я, короче, дал тебе. Почему ты такая дамская? Я просто не могу. Почему огонь так плохо действует? Да вам интересно. Что мне теперь делать? Зачем ты тебя поджёг два раза, блядь? Чёрт. А, ты я что? Почему я умер? Почему ты сдох? Я не знаю. Да это мозг, короче, сдох. Так, ну они читеры, это ясно. Быстрее хотя бы на одну девку репорт, на нафиг, все, на одну девку успел кинуть репорт. Я кидаю, ну чё, у меня, короче, лагалки. Или успел одну девку репорт кинуть. Да, норм у них такие читики, мне не понравилось, что я не выпал. Просто летаю себе спокойно, приземляюсь, да, на артишу урона снеслось. Все, это была последняя катка? Да. Все, пока. Ну, может, мне еще раз. Давай, пока. Пока. Я не хочу умирать, держись. А ты будешь еще падать с глайдера или нет? Давай, ты упал. Нифига себе. Нифига себе. Бич членистоногих уровень 50. Я уверен, что каждый себе хотел бич членистоногих. Где моя мышка, алё? Где моя мышка? Я могу только шуфлоком играть, алё.
Что-то забагалось, походу. Я не могу шифлоком... А, может это лазер? Нет. Чё, я всегда шифлоком только что играл? Не, шифлоком играл. Странно, странно. Надеюсь, в катке сейчас не только шифлоком будет. Иначе это какие-то баги. Баги, баги, хани, баги на записи. Баги, баги на записи. И еще я буду играть без читеров, да, тут нормально все. А, это проще без читеров играть. Кстати, мне, мне кажется, против меня был бы желтый, а нет, против меня. Баги, баги на записи, на ли-ли-ли-ли-ли-ли, баги, баги на записи. Ладно, на все бросился, легенда. Так, отлично, мне уже исчезло так салуты. Ваги-ваги на записи. Ага, я понял, его скотинус. Просто лол. Маги, маги, на запястье. Пошел шопом. Не перепрыгнешь, понял? Так, пока ты все начал, подготовился, понял? Алло, что ты делаешь? Алло, алло, дурка, ты долманутый? Или да? Ультра супер мега повер дупер хорош. Закрин, скрин ганул. Что мы делаем? Бичи не становились третьего уровня. Ты что, хочешь проверить, сколько щит тебе? Щит вообще говно, я не знаю, что делать. Это чтобы, допустим, не упасть, ну нафиг. Бичи не становились третьего уровня, хватит ты не мается. Иди на работу. Пары бичи не становились. Изи. Бич ленистоногих. Хайпующая тема. Всем советую бич ленистоногих. 30-го уровня. Кто тут вообще за руины? Не знаю. Реально тут может сказать какие-то руины. Что ты делаешь? Бичленистоногих. Иди отсюда. Лол. Волки, чему не... Чё, поставить одну теслочку. Чтобы было... Он обосрался. Спорливый. Увидя Теслу. Ну реально против меня, как по мне, какой-то нуб. Я честно скажу. Мне так кажется. Может мне плохо кажется, может мне топово кажется, я оттуда знаю. Ваги, ваги, на запись. На 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 на
Пипец, что тут за тариканы? Банутые какие-то. Где он там вообще? Хочу простроиться к алмазу, он мне по-моему будет в этом мешать. Следил алмаз, пошло все в жопу. Слишком мало. Что? Тут было смачно. Смотри, вот причем. Норм вообще на меня нападать, пошли в жопу. Блоки закончились. Ну, походу тоже. Сына даунская, боже. Пошел в жопу. Агилари на запястье. Смачно убил. Тупо Агилари на запястье. Так. Складируем. Блоки. Да, с ним файтится довольно весело. Так, он пошел к алмазам, прям сейчас это выпаду к ним. Быстрее, 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 сколько алмазов. Хорош. Дура, супер, мега, пупер, дупер, насрал, славил проигрыш, ну, давай. Ура, наконец-то. То, что нужно. Для настоящей хорошей жизни. Настоящего хорошего парня. Слейс. Все, миллиард шерсти просто. Готов его идти булить. Булит хэлл нафиг. Улитый. Что это за портнайт по строительству? Тут же железная дорога, алё, чё? Кринжанул? Присылаю кринж, давай сразу. Признавайся вообще. Мразь? Он делает, чем он чит ставит? В чём смысл? Наконец-то тебя убью. Пора уже было давно это сделать, что реально какой-то нуб. Зачем мне что-то писал? Нет. Он сразу же, кстати, сейчас вышел. Ну, а смачный чел был. Но пришло его время. Пойду еще к его алмазам, потом пойду к... А, он даже не достроился. Пипец. Пипец он высоко тут вообще. Ё-моё, я угораю. Чем так делать? Ну ладно, так, сколько тут алмазиков? Кстати, синий вообще живой? А, он без кровати, где он? Понял, путешествует. Надеюсь, мне сейчас не пойдут ломать кровать. Так, я думаю, скоро у меня еще будет тир 2 по железу. Будет полный кайфарик. Что тут вообще творится? Да, топовая дорога, кстати. Мега топ. Так, не могу легко все это время сломать кровать. Правильно, против меня был какой-то ну. Мне, в принципе, это довольно нравилось. Но было, естественно, жалко. Щит этот свой постоянно ставил. В чем смысл этого щита, без понятия. Ну не, мы понимаем, меньше урона, но типа, если бы он пробовал со мной как-то файтиться, чем просто тупо ставить щит.
щит полностью от урона нет. Вот щит, я как помню, топовый, это, допустим, идти по какой-то тонкой дорожке, и тебя обстреливают, и поставить щит, или тебя просто обстреливают, поставить щит. Я не знаю. Вообще нафиг он нужен. Я его, в принципе, не беру. Не взял. Я не против, что против меня такой чел был, но странно, конечно, он играет. Мне кажется, может, он еще какой-то мега-мега-мега профессионал, и это его мега-мега тактика, с помощью которой он умер. Мега-мега-мега. Чего? Купил две Тесла, одну поставил, другую исчезла. Подожди, не-не-не. Я тут... Я понимаю, как это может работать, но смотри, у меня всего поставлено сейчас... Аж... Поняли? Окей, хорошо, допустим. Допустим, с кем не бывает вообще. Всё, ладно, давай, я эту тоже уберу. О, кстати, один на один остались, я, в принципе, могу сейчас сначала пойти, где он. В середине? Если хорошо, просто где он, в середине или нет? Давай, шерсть. Не знаю, пойду, наверное, по дорожке гея к середине. К середине. Так. Но он без кровати, это хайп. Я не знаю, может, он сейчас какой-нибудь изумрудник там. Здесь это не снимовик, это до босса, на который я помню еще. Чем мразь. Так, на середине не видно, что вообще кто-то был. Ну, значит, я на ней побуду. Вот он вроде алмазник. И мне это не нравится, естественно, так. Вот там изумрудики. Зачем я прыгаю, если я ставлю блоки и могу по ним пройти? Не знаю. Это тактика, вы ничего, наверное, не понимаете. Чему это вообще дерево? Это тактика, вы вообще ничего не понимаете. Я не знаю, наверное, буду туда до тех пор, пока он оттуда вообще нафиг не уйдет. Ну, не пойду, короче, к вам к изумруду. Е-мать! Вот это мне не нравится. Все же ко мне не попонял. Понял. Стоило предположить, что он сейчас ко мне пойдет. Наверное, он сейчас ко мне идет. Что он не ко мне сейчас идет, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Если он еще не собьет, иначе будет смачная жопа. Че? Ну, вы сами видели, он просто пришел, повзрывал миллиард своих голов, кстати, о том, что делаю. И он настолько сильный повзрывал, что уж улетел в бездну. Да, это смачно. Естественно, было последний. Как я всем по тебе запросил, всем пока. С ним интересно, что будет через 4 часа? С ним пофигу. Что будет через эти 4 часа? Пять интрига, я же умер.